Краснокамском районе, помимо христианской веры, мусульманской, есть еще другая религия, партийная такая идеология «Единая Россия», где у них святых икон каких-то меньше, чем флагов «Единой России». Красивый праздник с красивыми людьми, но вот зачем народный праздник, религиозный праздник мешать с политикой? У них тут свои святые люди, свои великие мученики. Великий мученик Гельмуллин, великий мученик Карабут. Только им надо поклоняться, только им надо служить, молиться. Видимо, так. Вот. Святые люди идут. Святой Гельмуллин, святой Толкачев. Его от ада я, нет сердцу ближе языка родного, пока звучит родимая земля. Там батюшка идет сзади. Великий мученик Гельмуллин с великим мучеником Давлетовым. Прошли, значит, праздник можно начинать. Мама, смотри, шарик летит! На Краснокамский район Республики Башкортостан Гельмуллина Разефа Мухаметнуровича. Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфа Болтрукович Петра Ивановича. Председателя Комитета Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, председателя исполкома региональной общественной организации Собора Русских Башкортостана Пчелинцева Виктора Александровича. Заместителя министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаева Раниса Раисовича. Вице-президента Международного фонда славянской письменности и культуры, председателя Аксаковского фонда Чуванова Михаила Андреевича. Митрофорного протоиерея Троицы Никольского храма отца Алексия. Thank you.